Добрый вечер. Как защитник Юнкерова Олега Александровича, я считаю необходимым прокомментировать два репортажа, которые, к моему сожалению, как адвоката, вышли на Одесской областной государственной телерадиокомпании. Почему я говорю, что к сожалению? Дело в том, что в последние несколько месяцев указанная телерадиокомпания, являясь при этом государственной, в частности ее журналист Оксана Сергеевна Поднебесная, пытаются осуществить давление на апелляционный суд Одесской области с целью вынесения им неправосудного решения по достаточно громкому и резонансному в Одессе уголовному делу. Ну, давайте по порядку. Первое, что я хотела бы сказать по этому поводу, что то, что в достаточной степени меня возмутило как адвоката, потому что за всю историю Украины я такого не видела. В этом репортаже меня назвали адвокатом дьявола. Что я по этому поводу думаю, я уже написала на своей странице в Facebook, и в данном видеоинтервью комментировать этого не буду. Я все-таки намерена комментировать тот материал, который вышел на Одесской областной государственной телерадиокомпании. Итак, репортаж от 4 марта 2016 года. Значит, в этом репортаже были сделаны несколько заявлений, которые, во-первых, не соответствуют действительности, а во-вторых, они являются прямым нарушением тех прав, которые даны каждому человеку Конституции Украины, то есть основным законом. Так, в данном репортаже журналист Поднебесная говорит о том, что было совершено покушение на жизнь некого гражданина Симко. Считаю необходимым объяснить, что на данный момент времени приговор суда первой инстанции в отношении моего подзащитного Юнкерова Олега Александровича в законную силу не вступил. То есть апелляционный суд еще не вынес своего судебного решения по этому делу. И говорить в утвердительной форме о подобного рода действии со стороны моего подзащитного не представляется возможным. Кроме того, это является прямым нарушением статьи 62 Конституции Украины. Далее, в репортаже сказано, что мой подзащитный, является злоумышленником. Значит, относительно злоумышленника и преступника я сразу хочу сказать, что до того момента времени, пока вина человека не будет доказана в установленном законом порядке, до того момента времени, пока в отношении него не вступит в силу обвинительный приговор суда, а мы в данном случае имеем и в любом другом случае имеем дело с судебным решением апелляционного суда, то есть суда апелляционной инстанции, считать человека виновным, называть его преступником недопустимо. Это является прямым нарушением норм Конституции Украины и презумпции невиновности. Далее. Значит, в этом репортаже потерпевший Симко дает интервью. И он говорит о том, что наконец-то начался судебный процесс в суде апелляционной инстанции на 4-й и 5-й раз. И эта информация подается вот под крайне негативным ракурсом, и этот ракурс направлен на сторону защиты и направлен на суд. Я, в общем-то, хотела бы сказать по этому поводу следующее. Дело в том, что журналист Одесской областной государственной телерадиокомпании Оксана Поднебесная приходит в каждое судебное заседание по этому делу. Как говорится, ходит как на работу. Поэтому и ей, и потерпевшему Симко известно следующее. Мы действительно 4 или 5 раз откладывали судебное заседание. 2 раза мы откладывали судебное заседание по ходатайству прокуратуры Одесской области. Дело в том, что прокуроры не были знакомы с делом и, соответственно, ходатайствовали о переносе и просили им дать время ознакомиться с делом. И 2 раза мы откладывались по ходатайству адвокатов потерпевшего Симко, которые также не были знакомы с делом, им требовалось на это время. Значит, в 5-й раз мы отложились по той простой причине, что те свидетели, причем это свидетели обвинения, а не свидетели защиты, не явились в судебное заседание, несмотря на то, что суд неоднократно высылал им судебные повестки, ввиду чего суд не имел ни права, ни процессуальной возможности продолжать рассмотрение данного дела. Далее в репортаже сказано, что Симко говорит о том, что на свидетелей по делу со стороны обвинения постоянно осуществляется некое давление. Значит, по этому поводу я хочу сказать следующее. Дело в том, что те свидетели, о которых идет речь, и в частности свидетель Терлецкий, еще 4 года назад, когда еще даже не был вынесен приговор суда первой инстанции, дали достаточно, скажем так, развернутое интервью телекомпании АТВ. Соответственно, и их лица,
и их фамилии, их имена, их отчества были там озвучены и были там показаны. И этот репортаж вы можете спокойно найти на YouTube. То есть какая угроза может быть этим свидетелям, непонятно. Более того, они спокойно выступали в суде первой инстанции, и, в общем-то, никаких угроз им речи не шла. Но что самое удивительное, после того, как судебное решение апелляционного суда Одесской области было отменено высшим специализированным судом Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел и возвращено на новое апелляционное рассмотрение, то почему-то сразу же потерпевший Симко начал говорить о том, что свидетели по делу, на них оказывается некое давление. Причем, что самое интересное, что я сейчас процитирую Симко, это то, что показано в эфире Одесской областной государственной телерадиокомпании. Он говорит следующее. «На моих свидетелей идет большое давление». Дело в том, что эту фразу Симко повторяет уже не в первый раз, и в прошлом судебном заседании подобного рода заявление вызвало крайнее удивление у судебной коллегии. Дело в том, что есть свидетели обвинения, но это не свидетели Симко, а Симко считает этих людей своими, то есть моими свидетелями, что, в общем-то, красочно говорит о том, что есть вероятность того, что эти люди все-таки недостаточно открыты перед судом. Далее, Симко говорит о том, что была угроза некому свидетелю Терлецкому, называет ее фамилию. Я спокойно называю фамилии свидетелей по той простой причине, что они озвучены в репортаже Одесской областной государственной телерадиокомпании. Значит, и якобы сыну Терлецкого говорят, что если твой отец будет свидетелем по делу, то мы тебя убьем, вернее, убьем твоего отца. Давайте посмотрим на вещи объективно. Приговор в первой инстанции был вынесен моему подзащитному Юнкерову 20 марта 2014 года. Соответственно, все свидетели, в том числе и свидетель Терлецкий, давали показания в суде первой инстанции. И в суде первой инстанции они дали показания, это было 2 года назад. И, как вы видите, за 2 года ничего ни с Терлецким, ни с его сыном не произошло. Ввиду чего, это мое мнение, я считаю, что потерпевший Симко просто-напросто лжет. Далее, значит, то же самое Симко говорил об угрозе некому свидетелю Кифаренко в суде первой инстанции. Точно так же свидетель Кифаренко в суде первой инстанции дал показания. С момента вынесения приговора прошло уже 2 года, и со свидетелем Кифаренко все в порядке. Свидетель Кифаренко очень не хочет являться в суд апелляционной инстанции, я его понимаю. Дело в том, что мной была приобщена к делу справка о том, что у данного человека, данный человек был освобожден от прохождения воинской службы Украины по пункту 7b, то есть это органические повреждения головного мозга человека. Далее. В данном репортаже журналист Поднебесная задается вот, знаете, таким крайне странным вопросом, вообще по какой причине и на каком основании мой подзащитный Юнкеров до сих пор не признает свою вину. Ну, дело в том, что человек не обязан признавать свою вину, он имеет право защищаться сам, и чтобы у него был защитник, это первое. Второе, моему подзащитному не в чем признавать свою вину, потому что инкриминируемого ему преступления он не совершал. Далее. Симко говорит о том, потерпевший Симко говорит в репортаже о том, что моего подзащитного запугали и, в общем-то, давили на его родственников, в частности, детей. Как защитник Юнкерова Олега Александровича, я вам официально заявляю, что мне подобного рода факты неизвестны. Более того, если бы оказывалось какое-то давление на моего подзащитного, либо на его семью, то я более чем уверена, что он сразу же обратился бы ко мне, но подобного рода обращений от него нет и не было. И последнее, о чем говорится в этом репортаже, это о том, что защита по делу доказывает, что повреждения, которые получил Симко, не смертельные, и что он остался жив. Поэтому моего подзащитного Юнкерова необходимо оправдать. Данное заявление совершенно не соответствует действительности. Защита по делу, и это прекрасно известно тем журналистам ОДТРК, которые приходят в каждое судебное заседание, и это известно самому потерпевшему Симко, у которого есть копия апелляционной жалобы, поданного моим коллегой, адвокатом Тумасяном. Значит, защита говорит о том, что у моего подзащитного не было умысла на убийство.
А как вы понимаете, причинение лицу тяжких телесных повреждений и умышленное убийство на заказ человека крайне отличаются. И отличаются они в первую очередь умыслом лица. На этом первый репортаж заканчивается, и я перейду ко второму. Во втором репортаже, безусловно, речь уже коснулась и меня, и моих коллег. И в нарушение закона Украины об адвокатуре и адвокатской деятельности мы отождествлялись с нашим клиентом, это первое. И второе, говорилось о том, что мы сами являемся организованной преступной группой, что мы являемся, в общем-то, людьми, которые нарушают закон. Ну, давайте обо всем по порядку. Итак, первое, с чего начинается репортаж от 4 декабря 2012 года. Значит, журналист Поднебесная говорит о том, что история с Симко выходит на новый уровень, так как теперь пытается прессовать и бороться с журналистами. Значит, прессовать журналистов и бороться с ними пытаюсь я и мои коллеги, как исходит из данного репортажа. Я хотела бы всем напомнить, если кто-то не помнит, в ноябре прошлого года эта переписка выложена у меня на странице Facebook, вы можете зайти, найти ее и прочитать. Значит, в ноябре прошлого года журналист Поднебесная в личной переписке со мной написала мне, адвокату, защитнику по делу, что, в общем-то, она мне отомстит и за ту позицию, которую я принимаю как защитник по делу, и просто так этого всего не оставит. В общем-то, слово оно свое сдержало, она облила грязью и меня, и моих коллег. Кроме того, вы можете как бы тоже зайти на мою страницу и увидеть, что буквально в феврале месяце было совершено нападение на второго защитника по делу, адвоката Тарасенко Евгению Васильевну, которое случилось прямо под порогом нашей адвокатской конторы. Далее, здесь речь идет о газете «Нераскрытые преступления», которая очень сильно не нравится журналисту Поднебесной и, я так понимаю, Одесской областной государственной телерадиокомпании. Но все-таки я надеюсь, что это личное мнение журналиста Поднебесной, потому что право на свободу слова и право на свободу прессы в этом государстве пока что, к моей радости и, возможно, к сожалению, журналиста Поднебесной никто не отменял. Значит, журналист Поднебесная говорит о том, что нераскрытые преступления работают как видеопрограмма. Ну, первое, что я хотела бы сказать, зайдите, пожалуйста, в единый реестр средств массовой информации и найдите там такое СМИ. Это не видеопрограмма, это официальное средство массовой информации. Далее. Газета «Нераскрытые преступления» пытается очернить всю нашу журналистскую работу и наше журналистское расследование. Я хочу напомнить всем, в частности, госпоже Поднебесной, о том, что в Украине существует свобода слова. И так как вы имеете право иметь какие-то свои суждения, не нарушающие закон по какому-то вопросу, так и иные журналисты имеют точно такое же право. И их мнение, и их освещение событий никоим образом не является препятствием вашей журналистской деятельности. Далее, в репортаже сказано, что каждый выпуск нераскрытых преступлений посвящен защите преступника Юнкера. Ну, во-первых, для меня крайне странно, как с государственного телеканала могут вещаться подобного рода вещи. Мой подзащитный, еще раз повторюсь, на данный момент времени в отношении него приговор суда не вступил в законную силу и в соответствии со статьей 62 Конституции Украины он не является преступником. Далее, в репортаже говорится о том, что мой подзащитный после его задержания внезапно стал инвалидом. Но дело в том, что мой подзащитный не стал и не был инвалидом. Слава Богу. Далее. Журналист Поднебесная говорит о том, что журналисты газеты «Нераскрытые преступления» сакцентировали дело на том, что следователям было закрыто дело об избиении моего подзащитного Юнкерова. Да, действительно, Константин Слободенюк сакцентировал на этом внимание. Почему? Дело об избиении моего подзащитного Юнкера закрывалось 4 раза. И все эти 4 раза постановление о закрытии дела мы отменяли в суде. То есть следственный судья выносил решение о том, что закрытие дела является неправомерным.